Привет, друзья! Привет! По многочисленным просьбам наших зрителей мы приехали в магазин Staples, чтобы снять здесь канцелярию, которая продается в школе. Ну и не только канцелярию. Пойдемте посмотрим, что там. Может быть, себе даже что-нибудь еще и купим. А что это такое вот это вот розовое? Невероятное. Невероятный цвет и невероятное ощущение. Посмотри, как он принимает. Это тетрадь или это что? Это обычный этот пленер или тетрадка? Это обычный. Только такой. Ребята, слушай, класс вообще. А вот посмотри, какая красотища. Это пленер, да? Здесь еще есть. Здесь написано бла-бла-бла почему-то. Бла-бла-бла, да? Да. Слушай, он несколько отделов, да? Такая бумага добротная. О, в клеточку. Какая клеточка приятная. А третий? Просто чистые. Да. $6 такая тетрадка стоит. Слушайте, это какая-то просто прелесть. Супер. Вот это линейка. Лень, какая она толстенная. Слушай, суперская. Это девчачья очень. Девчачья? А мне нравится. Смотри мне кажется, это. Даже мальчикам подойдет. Смотри вот это. А это что такое? Присоски? Да, присосочки. Это чтобы держать твой телефон. Вот так. Это, думаешь, для телефона, да? Да, это для телефона, да. Это вот так. Посмотри, что это. Мини-байдер. Это мини-байдер. Давай, возьмем тебе. Где? Мини-байдер? Да. Это же блокнот. Только не помятый возьми. Сюда можно будет вставлять потом новые, когда эти закончатся. А какие они такие новые? Что ты будешь вставлять? Видимо, здесь продаются. А что вот это можно? А вот смотрите, три тетрадки мини. Такие классные. Здесь даже вот такие доски есть. Странички можно менять. Да, странички можно менять. Здесь, короче, все мини-мини-мини. И вставлять бумажки. А вот, смотрите, как он такой блокнотище. Чего себе. Это возможно открыть? Я думаю, что можно, да. Сейчас, подожди. Да, возможно, только трудно. А вот, смотрите, увеличительные какие-то линейки. Посмотри. Вот открытая. А, нет, не открытая. Это стекло, это опасно. О, мам, это нет, не опасно, пластик это какой-то. Вот так. Ой, какие миленькие ручки, посмотрите. Угу. Какой цвет приятный. Только на них цены нет, непонятно, сколько они стоят. Так, а вот посмотрите на эти скрепочки. Такие сверху будут торчать. Да, только они не совсем нормальные. Нет, здесь там все нормально. Они нормальные, с другой стороны, видишь? А вот такие же брилки, это, короче, получается набор. Брелки, скрепки. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Пеналы. О, классные. Ой. Как это держалка называется сам? Для бумаги. Это... Как она называется-то? Это клипборд. Клипборд, да. Тоже все в одном дизайне с этими, с глазками. И здесь сразу же идет, смотри, всякие органайзеры. А, даже, смотри, калькулятор такой же. Это все для девочек, для модных. Да. А вот идут стаканчики. Ну, здесь они какие-то дороговаты. $4 стаканчик, я считаю, что это too much. Различные держалки, органайзеры, короче, здесь разные. Посмотрите, насколько маленькие ручки. Это самые маленькие ручки, которые я когда-либо видела в жизни. Слушай, такая прелесть вообще. Такая надежная. А это что у нас? Брелки. Это цеплялка на этот. А я не знаю. Они пахнут. Да? Запахом. Да. Это на рюкзак одевать. Ой, как сильный запах. Ой, такой. Фу, мам, это ужасно пахнет. Ужасно? Фу, правда, запах не очень. Запах здесь не очень. Пойдем просто. Так, а вот смотрите, мини-мини-мини фломастеры. И тоже ароматизированные, наверное, да? Здесь столько запахов. Такой миниатюрник и все классные. Это для маленьких детей. Запах. Почему для маленьких, Сонечка? Тебе тоже подошло. Смотри на эти лички. Класс. Сонечка, это байндер, да? Смотри, я первый раз вижу байндер, настолько мягкий. О-о-о. Класс, да? Это маленький. И он маленький, классный. Я первый раз вижу мягкий байндер. А это что? Стиралки? Посмотрите, какие стиралочки. Они двигаются? Да, у них ножки двигаются. Это получается животные различные, у них двигающиеся части. А мы уже купили с вами в Таргете. Может быть, мы такие себе возьмем? Нет. Так, в Таргете лучше? Нет. Да. В Таргете все. Мам, что это? Это ручка мигающая. Да, себе. Не красный. Это для фана. О, она не работает. Надо сильно тряхнуть.
Да. Типа вот так. Под Симпсоном. О, видишь? Да, вот полицейская штука. Вон, смотрите, настоящий Back to School Rai. Я уверена, что здесь все крутое. Потому что Staples не как в других магазинах все. Смотрите, чего тут только нет. Смотрите на это. Это блокнотик. Специальный блокнотик. Это силиконовый. Силиконовая, да, какая-то. И дальше тут листочки в виде этих донатс этих. Как мам, тут кексиков. Проверь. Сова такая же резиновая. Какая милота. Открой, какие там листочки. А, какая прелесть. А сколько они стоят здесь? $2. Это не так и дорого. Смотрите, здесь разные донатсы бывают, мячики. А вот тут прям еще мини-тетрадочки. Смотри, как ты любишь, Сонечка, узор. Это на другой стороне. Какая хорошая здесь бумага внутри. Сладенькая. Слушай, это рай для мини-любителей. Смотрите, какой пленер классный. Не пленер, а обычная тетрадка. А. Смотрите, разделители у нее есть. Пружина огромная. Где? Вот это, короче, у Сони такие были ручки с волочным наконечником. Они полуручки, полуфломастеры. Вот это ужасно крутое качество. У меня только было синее и красное. А здесь вот целый набор. $15 стоит. А вот точно такие же с волочным наконечником, только черные одни. А сколько они? Только черные. $7 за 4 ручки. Они дорогие. Да. Вот это очень хорошего качества ручки. Да. Так, вот эти тетрадки, да, красивые, которые? Да. $2 они. Здесь разные дизайны есть. Здесь такое тоже есть. Угу. Сонечка, если тебе что-то нужно, бери. Вот эти же байндеры, только различных узоров. Различные принты. Смотрите, со смайликами. Я это хочу. Другие взяли, да? Да. Лизочка выбрала с ананасами, что ли, что-то? А, это такос. Да. Такос. А я ты, вот эти хочу. Это ламы. Ламы. Классные. А какие здесь еще есть? А мне вот эти нравятся с разными, как, эмоджи. Если вот эти есть. Это и то. Вот есть такая. Ого, sticky notes, да? $3. $3? Вот эта штука всего $3? Да. Возьмите. Вот эта нужная штука, это вам будет для детей вниз. Для Сони и для Коли. Распечатываешь, ставишь на стол. Нужно sticky notes? Оторвал. Это будет и красиво, и удобно. Вот они, смотрите, заменители этих листочки для байндеров. Маленькие дырочки. Всего маленького набрала, да? Что вот так? Соня, мини, здесь рай, мини-рай. Вот обычный composition book. Смотри, какая она внутри. А что это значит? Для киндергартена. Я первый раз вижу для киндергартена тетрадки. Для киндергартена начали делать их. Слушайте, если кто-нибудь в Америке видел прежде, вот не в этом году такие, напишите, пожалуйста, потому что я впервые вижу такие тетрадки. Для киндергартена уже начинают тетрадки. Second grade. Делать. Слушай, Лизочка, давай мы тебе такую одну тетрадку возьмем. А зачем second grade? Я ведь не учу буквы. А это учиться ровно писать красиво. Видишь? Здесь место для картинки, как вы делаете обычно, а здесь писать сочинение. Давай возьмем. Потому что они в начальных классах здесь в Америке всегда рисуют, пишут что ли, какой-либо текст с картинками. Всегда рисуют, пишут, рисуют, пишут. Да. Давай непомятую найдем. А, держи, крутая тетрадка. Треугольный какой-то пенальчик. И 6 хайлайтерс. Это хайлайтеры от Staples. Мы привыкли Sharpie покупать, а вот от Staples ни разу не покупали. Их уровень чернил видно. $4. Возможно, они даже лучше, чем Sharpie. Да. Написано, что жидкие. Очень. Сонечка, ты не хочешь поменять свои хайлайтеры вот на эти попробовать, нет? Мне мини нравится. Мини, да? Смотрите, фокус-покус. Калькулятор. Игра. Во время урока стало скучно и играешь. Это папки зиплоки. Подожди, это хранить вещи. Да, смотрите, какая радужная. Это файлы, да? Файлы зиплоки, да? Да. Давайте посмотрим, какие они здесь есть. Мороженое. Вот такое что-то. Слушай, здесь все в одинаковых принтах здесь. Здесь акулы. А ламы есть? Должны быть. Но если здесь есть... Одних лам нет. А здесь, смотри, такус. Таку есть. Так, пойдемте в другие ряды еще посмотрим. Что, Коль, понравилась тебе калькулятор и игрушка? Ну, чуть-чуть. Ты какой девчачий, прям выбрал золотой. Я просто золотой.
Кстати, в старших классах здесь требуют калькулятор. У нас, я помню, в школе запрещали калькулятор в школу приносить. А здесь в школах требуется. А теперь мы пришли в красивые папочки. Мы уже кучу папок купили. Но если вы во что-нибудь влюбитесь... Ну-ка, тямба. Классный. Такой сытый, да? Ага. Ты такой крюченький. Смотри, сколько здесь папок таких вот расцветок. Их. Опять такос. Ты с ламами хочешь поискать? А как вам вот такая, Катяндра? Нет, это слишком. Bad girl. Смотри, плохая на девочка. Смотри на эту Катяндру. Балдеет. И селфи сделал. А мне нравится эта плохая девчонка. Так, ну здесь бумажные папки, поэтому здесь чисто для красоты. А вот не бумажные. Коль, смотри. Смотри, какая классная. Она переливается, как будто она объемная. Стрелки такие внутри. Я ничего не вижу. Не видишь? Тебе не нравится такая? Не хватился. Давай еще посмотрим, какие здесь есть. Что это такое? Разделитель или что это? Смотри, Сонечка, это карман вставлять в этот, в байндер. Кольца, а вот там карман. Я такие карманы сюда складывать. Я тоже впервые такое вижу. Вот это очень удобная штука, карманы. Я не думаю, что мне нужно. Не нужно? У меня есть такой черный, только... А нет, я хочу такой. Такой? Поменяй. Нет, на такой. Покажи, какой он. Да, красивый. Красивый. Дикая киса. Ты уже ее видели. Смотри, фолдер. Кошка бежит. Это чьи-то, или как я помню. Бегу, бегу. Не хочешь поменять себе на такую папку? Нет? Бабочка, смотри, кошка бежит. Это не кошка. Мама, а как? Мама, сзади есть. Ты здесь скажи, что он еще не семейство кошачье. А смотри, какие здесь красивые папочки. О, здесь какой-то дизайн. Слушай, дизайн другой совершенно. И это поверхность, видишь, какая. Не хочешь себе такие папки? Нет. Смотри, они разных цветов здесь. А смотри на вот это. Короче, нам нужно было раньше ехать в Staples в первую очередь. Вот это крутой магазин. Да. Обычные папочки. Саня, вот смотри. Папки под твои тетрадки. О, видишь, я стихами заговорила. Хоп! Какие-то в фирмаре купила. Хоп! Будешь такую брать папку? Есть, а есть желтая. Ну, какая? Поищи. Желтоватая. Вот здесь надо смотреть. Нет, я только синюю вижу. Возможно, она просто из другого места. Или это индийская? Я думаю, что нужно искать. А это из другого должно быть. Это откуда-то из другой темы, да? Да. Ты, ну возьмешь такую синюю или нет? Нет. Она, кстати, пластиковая. Это то, что тебе нужно. Смотри, с лапками. Давай возьму. Бери. Я думаю, что вот это обязательно взять к твоей тетрадке. А это что такое? А, это book cover, это обложка на книжке. Подожди, что нужно делать с обложки на книжке? Одевать, чтобы они не портились. Сонечка, мы в детстве всегда в школах оборачивали книги, чтобы обложка не портилась. А это сверху одевается, и такая красота вместо обложки. Видишь, какие цвета здесь разные. Потом в средней школе тебе понадобится, ты тоже будешь это делать. Видишь, они рулонами. Их просто надо будет заворачивать в эти книги и заклеивать. Как в пакетике? Ну, потом я тебе покажу. Соня не понимает, что это такое. Вот обычная одевалка. Вот смотри, видишь, как она выглядит, Сонь? Силиконовая. Вот так это выглядит. Видишь, одевалка, она натягивается и защищает обложку. Хорошо. Пеналы. Смотрите на эту красоту. Смотри, внутри насыпано. Почему клитор там насыпали? Я не знаю. Смотри, вот это. Он не высыпается, он там так и остается. Смотри, видишь? Я первый раз такие чудеса вижу. Ребята, Staples — это чудо-магазин. Ребята, если вам понравился вот этот пенал, поставьте лайк, потому что мне это очень понравилось. А где ты взял? Вот, он стоит $10. Look at this. Коля сделал морду. Так, а вот тоже, смотри, чудо-пеналы какие. Ой, глянь, глаза аж больно. Это вот как тетрадки на входе мы видели, да? Да. Сонечка, ты не хочешь себе пенал поменять? Нет. Нет? Так для красоты? Да, посмотри, твой любимый цвет. Класс. А вы меняете? А я вот этот обожаю. Вот это мой фейворит. Но ярко очень. Это мой самый любимый цвет. Этот откроешь пенал, посмотришь. От него глаза хребит все. Так, ну, обычный, да? Слушай, ну он внутри хорошего качества, видишь, он мягенький. Да, только может легко испачкаться. Ну, он очень яркий, от него глаза будут болеть, голова будет болеть. А вот просто двухэтажный пенал. Открой. Двух этажей? Да. Смотри, вот на первый этаж будешь класть вот сюда что-то, ручки, допустим, да, карандаши, а вот сюда можно фломастер или краёл или еще что-то. Класс. Вот это удобная штучка. О-о-о. Это вот вытаскивается.
Супер. Это можно круто лопнуть. А, вот смотри, какая милота. Какой классный финал. Вот наша. Откроешь? Давай. Там что-то твердое внутри. Ну, видимо, что-то... А, он сам по себе твердый. Но он должен быть твердый, чтобы не ломалось. Вот это классное финал. Лиса. И что это синее? Это сова. Ой, классная милота. Просто рай линеек. И различные, и резиновые. Смотри, здесь вот эти суперфлексы разные колоры. Да. Не хочешь поменять? Нет, мне больше флекс. Да? Да. Смотри, какие классные, толстые, толстенные линейки. Это вот, флекс. Смотри, с ламами. Я искушаю Соню ламами. Я Соню искушаю, она не искушается. Толстенные какие. Чего себе. Добротные. По 50 центов. Представляешь? В других магазинах деревянные не такие. Посмотри, у них вставка. Вот металл тут идет резиновая какая-то. Это резиновая пластика. Металл? Да. Мне кажется, или пластик. Это металл. Металл, да? Смотри. Ну, обычно это металл. Так, если кому-то нужны добротные, качественные линейки, вот, по 50 центов степлс самые лучшие, я считаю. Смотри. Простые. Не надо пилить. Мам, посмотри, что вот это? Ну, не так, знаю, я, где ты взяла. Lunchbox Notes. Это писать записочки в Lunchbox. Это, наверное, для родителей. Чтобы собираешь ланч и кладешь вот такую открыточку, чтобы ребенку было приятно. Здесь можно писать пожелания на день. Ребенку плохое настроение было в школе, а он открыл Lunchbox на обед, а там пожелания от мамы хорошие, чтобы ты не расстраивалась, чтобы у тебя все было хорошо. И ребенку хорошо, да? Да, и здесь много очень. Да? И даже для мальчиков есть. А, для девочек и для мальчиков, да? Так. А вот это самое стильное, да, здесь канцелярия получается. Вот эти ручки мы уже видели там на входе, да? Классно. Да, они такие. Все стильное. Это какой-то бренд Поппи, такая фэнси. Здесь, да, здесь такое все фэнси. Посмотри, что это. О, какие пеночки. Какие стики ноутс. Это стики ноутс? Да. На какой-то штуковине они приклеены. Класс вообще. Здесь это соединено, здесь немножко. Это кардборд. Смотри, набор мини-тетрадок. Как? Тетрадочки вставляются вот эту штучку. Это как будто бы книжки маленькие. Да, книжечки маленькие. О-о-о. А это? Это индекс карт. Вставлять, да, вот так ставишь на стол. Да. Но здесь такое все это одного цвета, такого приятного персикового. Смотри. Что вот это? Я не знаю, резинки что ли? Это органайзер, тетрад. Вот смотри, листочки поставил, карточки, эти ручки. Крутой органайзер резиновый. Ну, смотри, здесь разных цветов, смотри. Стаканчик. Здесь синее и черное есть. Это серое. Вообще суперское. Здесь вот это есть такое. Но дорогое вот это все, очень дорогое. Вот органайзер. Вот. Посмотрите на эти ножницы. Для любителей всего Apple ножницы. Ой, что-то упало, что-то. Какие это еще ножницы? Это просто какая-то штука. Ну, какие ножницы. А что это с ней, что Apple делать? Это я пошутила, это просто в стиле такого Apple, мне кажется. Да. Нет. Это такой стиль. Смотри, это для кабелей держалка, идет все в одном. Это иголочки, булавочки, все в одном разные стиле. А здесь да? Только скрепки таких же цветов, пеналы, тетрадки. Мама, смотри. Три покупаешь, одно бесплатно. Но это дорого здесь все, ребята. Наконец-то мы нашли 3-инча байндеры. Соня, мы тебе купили 2-инча. Тебе это нужен такой? Как в прошлом году, только, да. Только оно желтое. Это разные цвета. Так, мы тебе взяли в Костко крутой байндер. Так что мне нужно вот эти. Но если ты все-таки передумаешь, вот 3-инча. Я помню, когда у меня был вот этот в прошлом году. Он хорошо долго служил? Ой, прости, Соня, чуть не убила. Не так долго, но все не равно не качество, да? Представляешь, как его носить? Если мне в моей руке тяжело, то ты своими ручками его просто не обхватишь. Да. Это огромнючий. Трудно было очень искать байндеры везде. Здесь обычные байндеры, такие вот классические. Давай посмотрим, может, здесь что-то красивое есть. Здесь маленькие есть совсем. Серьезно? Все тоньше, тоньше. А вот пошла красота. Вот смотри, как твоя тетрадка, которую ты купила. Смотри, папка. Байндер. Класс. Это байндеры, а вот папки, которые ты взяла. А какие здесь цвета? Отлично, то, что мне нужно. Подожди. Что там? Это какая-то супер папка, посмотри. Она покрыта еще чем-то. Это органайзер какой-то.
Это тоже папка. Вот карманы. Это органайзер. Сучка, это папка. Органайзер. Три хол, три дырки и карманы. Мам. Мне не нужна такая. Нет. А, я не могу. Такая прелесть. Посмотри вот здесь. Огромный. Смотри, какой огромный пенал. Да, что там? 2 инча бандер. Да, красиво. Есть много таких. Получается, что Staples самая крутая канцелярия из всех, что мы были в магазинах. Да, и мы сюда приехали в последнюю очередь, как всегда. Насколько большой пенал? Да, пенал вот эти крутые здесь. Посмотрите. Такие небольшие. Столько отделов. Смотри, какой этот диплом, смотри, какой большой пенал. Ага, вместе почти такие набор. Же. Да, мам, почти такие. То есть ты берешь диплок и пенал отдельно и все складываешь в этот байндер. Что это такое? Я думаю, это нужно. Нужно, да? Я не знаю, если будет нужно или self. Нет. А что это такое? Label holders. Это лейблы наклеивать, да? Да, это вот эти штуковины. Нужно... 17 штук. Это бумажки, которые нужно вставливать. Бери, если просто... нужно. А вот внизу серьезные байндеры, как у вас уже. Супер. Вот, Сонечка, 3. Смотри. Вот он, 3 инча. Огромнючий. Это и он страшно. Стоит... Да, и его носить. Смотри, он внутри какой. Страшно. Это более добротный, чем который вы купили. Мне кажется, вот такой. Иди, что же такая штука у меня есть? Я думаю, тебе на самом деле 3 инча не нужно, действительно, да. В 6 классе. Мы будем знать, что здесь вот 3-инчовые есть все-таки. Здесь вот самое большое количество канцелярии из всех магазинов. Вот посмотрите на это количество ручек и фломастеров. Цены, конечно, здесь не такие низкие, как в других магазинах. Здесь можно найти что-то недорого, но... Ты это какие-то ручки. Да, обычные ручки, 12 штук. О, красивые. Дай-ка глянуть на этот стержень. И они розовые тоже. Видно по стержню, что очень хорошие. Смотрите на эти цены на ручки. Браун. Нормально, браун. Да? Ну, это такие очень крутого качества. Пилот. Смотрите, здесь пилот. $22 за... Сколько здесь ручек? Кто-нибудь видит, сколько здесь ручек? Ну, много здесь. Да, здесь. 12. Вот, посмотри на это количество хайлайтеров. Как тебе такое? А это что такое? Это какие-то. Я таки ни разу не видела хайлайтера от Шарпи в делителе текста. Тоненькие, да? Они выдавливаются, как ручки автоматически. Чик. Видишь? И вот тут потом вылезет. Так, это я первый раз вижу такое, чтобы выдавливался стержень хайлайтеров. Вот обычные, а вот необычные. Цена больше, чем в 2 раза, да? Между ними разница. А вот какие хайлайтеры интересные. Смотри, здесь с этой стороны как будто бы ручка, да? А с этой хайлайтер. Да. Ручки-хайлайтеры. Получается, что и ручка цвета хайлайтера будет. И они стоят за 5 штучек 6,29. Они даже не на сейле. А вот толстенные шарпи. Фломастер. А вот какие-то страшненькие. Яркие. А это фабрик маркерс. Это для раскрашивать одежду. Да. И она не отстирывается, да? Нет. Никита там что-то пищит. Мы пришли в тетрадки. И здесь такие тетрадки, которые ты любишь. Смотри, спиральные. Круто. Соня любит такой плит. Не будешь? Нет. Они огромные, да? Ну, только ноутбуки нужны. А, посмотри, как котенок. Ой, на нашу похож чем-то чуть-чуть. Вот не да. Такой пушистый. Ну, классы такие, ну, почти такие же. Красотулька. Смотри, Соня, на эту тетрадку. Окей. Обычная тетрадка. И такая же есть спиральная. Но, я не понимаю, почему ты только окей говорит. Коль, когда ты столько заработаешь? Коля сказал, что пора нам купить такое и складывать сюда. Нет, это папа мне сказал. Я сказала, окей. Окей. Okay. Он не против. Соня, смотри. Смотри, спиральная и композжен. Не нравится набор? Просто не понимаю, что там только сказано окей. Так, ну а так больше здесь из тетрадок ничего нету, да, особенного как-то? Посмотри. Ну, если только вот эта собачка с радужным языком конфету съела. В следующем году точно сюда в первую очередь поедем. Так, ну, наверное, все, да? На этом все. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. Да!